В Магасе голосующих ждут на 4 участках. Явка избирателей высокая. С нами на связь выходит Адам Мережков. Ему слово. Второй день проведения выборов президента России в Центре образования города Магас проходит оживленно. Здесь развернулся 303-й избирательный участок. Для тех, кто пришел отдать свой гражданский долг, соблюдены все условия. Охрану порядка обеспечивают правоохранители, дежурят сотрудники МЧС, медперсонал. За прозрачностью голосования смотрят наблюдатели, присутствуют здесь и волонтеры. Напомним, что правом голосовать может воспользоваться каждый желающий, достигший 18 лет. Этим правом воспользовались сегодня и граждане России, эвакуированные из Палестины. Для них подготовлены сувениры и подарки. Избирательный участок номер 303 определен постановлением избирательной комиссии Ингушетии как избирательный участок, на котором голосуют лица, являющиеся гражданами России, не имеющие прописки.